парке «Раздолье» идет подготовка к насыщенной зимней программе, которая стартует 25 декабря к открытию лыжного сезона. Посетителей ждет множество активностей – каток, горки, экскурсии и многое другое. На катке «Раздолье» этой зимой будет сиять разноцветная иллюминация, а профессиональное освещение сделает катание еще более комфортным в короткие зимние дни. После прогулок и занятий на свежем воздухе можно будет согреться чаем из самовара.